Другим темам. Вынесен приговор в отношении бывшего замначальника автохозяйства казенного учреждения МВД Калмыкия. Обвиняемый, используя свои должностные полномочия, лично получил от представителей двух фирм запчасти для автомобилей. Данные комплекты он не установил, а распорядился ими по своему усмотрению. Обвиняемый умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период времени с 1 по 30 ноября 2019 года лично получил от представителей двух фирм запасные части для автомобилей, которые на автомашину учреждения не установил, а распорядился ими по своему усмотрению. В результате незаконных действий обвиняемого Федеральному казенному учреждению Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Министерства внутренних дел в Республике Калмыкия причинен имущественный вред на общую сумму около 160 тысяч рублей. По приговору суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года, 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год, с выплатой штрафа 15 тысяч рублей.